Молодость – состояние души. Уже завтра Бийск отпразднуют Всероссийский день молодежи. Горожан ждет насыщенная программа. Отмечать праздник будут в разных районах города. Так, в 18:00 концерт пройдет в Сорокино на площади у ДК. А в 18:30 бийчан ждут песни и танцы на сцене городского дворца культуры. Главное «Жигуляне» традиционно состоится в центре города. Утро завтрашнего дня начнется с массовой зарядки, которая пройдет напротив администрации в 10 часов. В это же время в парке Гаркавова бийчане смогут поиграть в шахматы. А с 12 часов от бюста Пушкина напротив театра драмы стартует командный велоквест, по итогу которого победители получат призы. Добавим, что на протяжении всего дня на Петровском бульваре будут работать развлекательные площадки. Горожане смогут научиться танцевать и даже заняться фитнесом. Кроме этого, в парке предусмотрены фотозоны, где можно сделать красивые снимки. Что касается вечера, то торжественная часть начнется в 7 часов. А после для бийчан стартует концертная программа. Завершится праздник красочным фейерверком, который состоится в 22:45. Отметим, что в связи с празднованием Дня молодежи в Бийске изменили движение трамваев. Так что добраться домой после салюта вы сможете на электротранспорте. Расписание движения лучше уточнить у диспетчера по телефону 44 34 05.